Официальные выборки на фестивале в Сан-Себастьяне. Год 2044. Следующий понедельник новолуние. Сестра говорит, тогда и рожу. Ты не боишься воспитывать дочь в таком мире? Шер, вы подвергаете опасности жизни человека. Робот в идеальном состоянии. Первый протокол. Робот не может навредить живому существу. Что это? Первый раз такое вижу. Это измененный робот без владельца. Робот без второго протокола. Найдите, на кого можно свалить весь этот бардак. Второй протокол. Робот не может менять себя или других. Я пытаюсь выяснить, кто внес изменения в двух роботов. Машина, меняющая сама себя. Это очень сложная система. Самовосстановление подразумевает наличие сознания. Прошу, сэр. Прошу, сэр. Он на меня пялился. Пойму, потому что он был как... Живой? Режиссер Габи Ибанес. Ты понимаешь, что будет, если один изменится? Двое попытаются изменить третьего, а потом чудо развеется, и начнется эпидемия. Что происходит? Если хочешь жить, ты должен остаться с нами. Кто еще об этом знает? Найти их и вернуть сюда. Если вернемся в город, мы погибнем. Погибнуть могут только живые. Ты просто машина. Просто машина? В таком случае ты просто обезьяна. Антонио Бандерас, Дилан Макдермот, Мелани Гриффин, Биргитта Сёренсен и Роберт Форстер. Страховщик.